Сладкий и сытный батат, о котором мы вам расскажем, можно найти во многих супермаркетах и магазинах здорового питания. Батат – это сладкий картофель, крахмалистый овощ с тонкой кожицей, ярко-оранжевого, желтого, белого или фиолетового цвета внутри. Цвет зависит от сорта. Сегодня батат популярен среди приверженцев здорового образа жизни. В 100 граммах печеного батата 90 калорий. Из этого овоща получается отличный низкокалорийный гарнир. Для этого блюда нам понадобится 4 больших клубня батата, 150 грамм фарша, 30 грамм сливочного сыра, 1 большая луковица. Для пикантности можете добавить розмарин, 2 дольки чеснока, 30 грамм натертого сыра, 5 столовых ложек оливкового масла, соль и перец по вкусу. Для начала берем 4 чистых клубня батата, отрезаем края и острым концом ножа делаем насечки по всему периметру клубня. Затем обильно смазываем клубни оливковым маслом. Разогреваем духовку до 200 градусов и отправляем туда батат на 45 минут. А пока клубни запекаются, займемся приготовлением начинки. Нарезаем лук и чеснок и пассируем его в масле. Добавляем фарш и обжариваем до готовности. Достаем батат из духовки и срезаем верхушку вместе с мякотью. Мякоть не выбрасываем. Добавляем в мякоть сыр, специи по вкусу, часть фарша и доводим до гомогенной массы. Наполняем клубни батата начинкой. Укрываем начинку сыром и отправляем клубни в духовку на 10-15 минут. И пока фаршированные клубни готовятся, расскажем о происхождении и полезных свойствах батата. Батат родом из тропических регионов Америки. Это одна из самых древних съедобных культур на Земле. Ученые полагают, что люди начали выращивать батат около 5000 лет назад в Мексике и Венесуэле. Овощ богат витаминами и минералами. Батат едят жареным, печеным, с кашами или салатами, с отварными овощами, вареный в супах, в виде пюре, отваренный кусочками в составе котлет. Сладкие сорта используют для варенья, повидла, суфле, пастилы. Молодые листья и стебли растения после вымачивания или отваривания используют в салатах, а семена батата после обжаривания перемалывают для кофе. Тем временем фаршированные клубни приготовились. Подаем запеченный батат с салатом из свежих овощей. Приятного аппетита!